материала, но в связи с тем, что я постоянно в разъездах и постоянно нету времени для того, чтобы просто элементарно слить информацию с телефона и отправить человеку, который это все монтирует. Но я очень постараюсь к концу месяца ее, в общем, вам показать. Она будет длинненькая, минут на 30, может, и на 40. Вот такой небольшой, знаете, отчет за 2 месяца, в общем, что мы делали, куда мы ездили, с кем мы виделись, как проходят мои танцы со звездами. Вот, так что обязательно скоро появится. Спасибо. В каком стиле будет новый танец для танцев? Да! Красиво! Не знаю, но я опять одену стрипы. Все-таки это моя обувь, как-то в кроссовках мне не сильно удобно. И не сильно удобно, в общем, на низком каблуке. Поэтому в это воскресенье опять будет стрип. Story. Там 4 трека. Эти 4 трека написаны по мотивам одной книги, которая, наверное, уже перешла в разряд народной украинской книги. Вот. И будет снято уже 4 клипа. Это будет музыкальный сериал. Поэтому в ноябре смотрите Hellcat Story, ждите на всех цифровых площадках. Очень много. Будет как-то. Привет! Когда будет сольный концерт? Сольный концерт 8 декабря! Уже билеты есть в продаже. Обязательно заходите, приобретайте. Будет очень красиво. Мы уже начали готовиться, будет очень красиво. И там уже будут новые треки. В Москве 8 декабря. Сейчас. На Евровидение я, если поеду, то только в качестве гостя, вот как Мадонна, за 1,5 миллиона долларов, я бы съездила. Какие овощи я ем? Нет. Стараюсь есть все, кроме помидоров и картошки. Потому что от картошки пухнут жопка и ножки, а вот помидоры просто вредные для суставов. Видите, у меня работа вечно на коленях ползаю. Для того, чтобы, в общем, они не болели, придется отказываться. Мясо я не ем, рыбу не ем, я вегетариан. Кстати, шоколад я тоже стараюсь не есть, потому что от него потом не входишь в дверь, а вкатываешься. Это тоже дорогие маски, поэтому мы постоянно бережем. Спасибо. Знаете, последний вопрос, поем, а потом еще поиграем вопросы. Результаты едим на мур. Да. Мне жарко очень. Но я это люблю. От ваших аплодисментов мне классно. Поехали дальше.